Сьогодні буде от це наступне інтерв'ю максимально корисним для тих, хто полюбляє, знаєте, визначити там о 10:30 зустрічаємося там-то і там-то, а приїхати об 11:30. Ну так, на годиночку трішки розходиться час. Сьогодні день спізнень. Я вас цим не вітаю, тому що ми сьогодні будемо це виправляти разом з психологом-консультантом, експертом у сфері тайм-менеджменту Олександром Ситніковим. Доброго ранку. Привітаю. Олександр, скажіть, будь ласка, от ми, буває, так вчасно приїжджаємо, буває, запізнюємося. От з чим пов'язано ось це неправильне планування часу? Якщо я правильно зрозумів, з чим зв'язана причина слідственної зв'язки, чому чоловік опаздує? Ну так. Окей, привітаю вас, друзі, і хочу всіх поздравити з початком учебного року, з початком досягнень кар'єрного росту, з початком успішних, позитивних емоцій, які ви можете формувати, досягати і передавати вашим партнерам, друзям, сім'ям, жінам, мужям, дітям. Привітаю. Угу. Так, давайте переходим на цій прекрасній ноті. Чому люди неправильно планують свій час? Вони планують неправильно час, ісходя із того, що вони були так навчені. Угу. Начиная с детства, они жили с папой и с мамой. Исходя из этого, они инстинктивно принимают модель поведения, в которой учатся или же дисциплине и четко выполняют те поставленные задачи, вопросы, требования от родителей. Они смотрят, как папа между мамой общаются, и эта модель взаимоотношений они тоже принимают. И исходя из этого, они уже точно так же отзеркаливают и транслируют свое поведение, касающееся их будущих взаимоотношений с друзьями, с партнерами, с родителями, опять же, с папой и с мамой, касающееся того, что мама говорит: сыночек, нужно, чтобы ты выбросил мусор, или же сходил за братом, или же встретил папу, ну и так далее. Mm-hmm. И он говорит, да, конечно, сидит в гаджете или в интернете, и он видит, что ему остается времени там 1, 2, 3 минуты, и он начинает в истерике, я хочу подчеркнуть этот момент, пытаться решить вопрос, который ему поставили родители. Mm-hmm. И в этом случае, посмотрите, ключевое слово первое, истерика, это так. Решение правильного вопроса или нет? Как, ну, правило, неизвестно. Как правило, нет. Uh-huh. Исходя из того, что человек, когда энергетически ускоряется и пытается успеть решить цель, которую ему поставили, он уже не обращает внимания на остальные вещи. Uh-huh. Правильно одеться, положить все те вещи в те места, которые, которыми он пользовался uh-huh. в этот момент. Он все бросает и бежит. И в этом беге он не всегда обращает внимание на препятствия, которые вокруг него. То есть это могут быть столкновения, это могут быть аварии, не дай бог, и все остальные вещи, которые могут произойти. Второе. Зовнішні фактори, які не залежать від людини. Да. Человек, который формирует что-то для себя в будущем, то бишь встречу, план дня, он должен его разобрать по пунктам, да. И понять, насколько эта встреча целевая, главная, насколько она ему действительно нужна, и она является в приоритете. После этого он уже формирует, что ему конкретно нужно сделать в диалоге с этим человеком или в действии, эмоциональный фактор, который должен быть, это тоже готовка. И очень важно, потому что мы в эмоциональном факторе себя позиционируем. Так. У нас первое – это визуализация, правильно? Угу. Мы встречаем человека по одежке, продолжаем уже по его интеллекту, уму, эрудиции и так далее. И в этом случае очень важна, конечно, визуализация, как человек одет. Если он одет в фуфайку, в кирзовые сапоги, конечно, у него будет к нему такое отношение. Если он не причесан, не побрит, не умыт там, и так далее. Да? Хотя это не дает возможности понять, на самом деле, какой же внутри человек. Хороший, ну, позитивный, близко, добрый, искренний, любящий, любимый и так далее. Но при этом все равно внешний фактор дает отпечаток информации о человеке, кто он. Так. Исходя из этого, я рекомендую тем людям, которые хотят быть правильно приняты, хотят быть на своем месте, вовремя дать информацию, посыл. Любой человек несет информацию. Угу. И даже если родители просят встретить бабушку, он уже идет ее встречать с информацией, которую он дает. Это улыбка, эмоции, позитива, объятия. Или же наоборот, бабушка, привет, и он сидит в других вещах параллельно, там, в том же гаджете, да, или слушает наушники, и он увлечен другими вещами. Да? Но, если спізнився, ця информация не на користь людини. Если он опоздал, конечно, он травмировал себя, потому что
или не травмировал. Здесь очень важный фактор, насколько человек оценивает встречу важную с другим человеком. Потому что он может быть обесценивать все, что его окружает. Обесценивать. То есть не относиться с уважением, с почитанием по отношению к другому человеку, с которым он должен встретиться. Тобто виходить так, що якщо людина, наприклад, запізнилася на зустріч, то вона, можливо, обесцінює, знецінює, так? Те, точно. Що відбувається. Неуваження. Угу. А якщо приходить вчасно, то виходить, що вона поважає цю зустріч і приділяє їй багато уваги. Уважає себе і уважає того чоловіка, з ким зустрічається. Тобто виходить, люди, які запізнюються, вони не поважають себе. Не уважають себе. А чому так? Тому що ізначально, як я вже сказав, і це йде з дитинства, когда мы с вами о чем-то договариваемся, так. И вы меня учите, или я вас учу о том, что нужно необходимо прийти вовремя в вашу студию для того, чтобы произошел правильная подготовка, так. И для того, чтобы я пропитался атмосферой вашей прекрасной технической студии, вашим позитивным, хорошим настроением, для этого нужно время. Так. Если я говорю, там мне все равно, что там у вас происходит, я крутой, и мне весь мир у моих ног, к примеру, да, я прихожу, ну что тут у вас, это неуважение, в первую очередь, к вам, к вашей команде и к зрителю, который нас смотрит. Потому что мы сейчас с вами пытаемся запустить такой интересный энергетический посыл информационный, который будут слушать наши зрители, уважаемые, которые мы уважаем, почитаем, и мы хотим, чтобы в ихних умах, душах, мышлении что-то изменилось, так. И им бы было легче жить, чим вони жили до цього. Добре. Так, мені подобається, що у нас зараз тема заходить уже трішки глибше, ніж тільки час. Ось багато експертів стверджують, що от проблеми, які у нас є зараз в моменті, це, знаєте, наслідок от того, що було в дитинстві. Ви погоджуєтеся з цим? 100%. Так. Тоді, якщо людина зараз в моменті звикла запізнюватися, як виправити це? Це потрібно повернутися туди в дитинство, чи все ж таки піймати себе в моменті і вже почати з цього моменту йти якось вперед більш правильно? Ну, перше, здесь очень важно по факту на сьогоднішній день, прямо сейчас. Каждый человек, который смотрит нас и хочет что-то изменить в себе, он должен принять решение. Я хочу измениться, я хочу быть дисциплинированным и хочу приходить вовремя к тем людям, с которыми встречаюсь, для того, чтобы о себе заявить, что я личность, и что я личность, которая делает все качественно, правильно по отношению к другому человеку. Исходя из этого, человек должен понять, что его будут уважать и к нему относиться как к личности серьезной, успешной, благополучной, потому что это есть формирование будущего. Это платформа. Это можно начать делать с сегодняшнего дня, с этой минуты. И у каждого человека есть возможность изменить себя прямо с этой минуты, завтрашней. Не надо смотреть, какой ты был. Ты мог быть какой угодно. Очень важно, какой ты сейчас и какой ты будешь через 2 минуты. Каждую минуту человек может начать менять себя. Очень важно, как он к себе относится. Анализирует ли он прожитое свое время, анализирует он прожитый свой путь и отношение к себе и к тем людям, которые его окружают. Так, я зрозумів. Добре, а коли виникає така ситуація, от бувають часто люди, які кажуть, мені не вистачає годин в добі. Ну, типу 24 години. І на вашу думку, це неправильне планування свого дня, чи все ж таки є певні звички, які нам не дозволяють правильно взаємодіяти з часом? Не вистачає у них аналізу і не вистачає... Знаете, как я скажу по-честному, тут мини-отговорка есть, а максимум надо просто взять и разобрать. Разобрать день, как я проживаю день, во сколько я встаю, что я делаю. И разобрать их вот по 10, по 15 минут. 10 минут – это такое время, в котором человек реально может что-то сделать. Так. 10 минут. Сбор минимальной информации, касающейся твоих будущих встреч. 10 минут – ты можешь понять, что тебе одеть, и реально уже может быть и одеть. Мы можем разобрать, если хотите, как это формировать. Давайте спробуємо. Окей. В ідеалі кожен чоловік, який приходить з роботи, він кушає, ну, мабуть, спочатку він роздягається, потім умивається. Стандартний ритуал. Руки помити, поїсти. Точно. Покушати, після цього що він робить? Інстинктивно чоловіку треба перезагрузитися. І в цей момент, коли він приходить, роздягається, миє руки, може бути, навіть приймає душ, переодягається в одежду, ну, повседневну, квартирну, або ходить голий, це його личне справа, він
меняет атмосферу внешнего фактора, в которой он был большую так. часть дня, да, и он приходит куда? В свое жилище, это мир и покой. Угу. Он в этом мире и покое начинает переформатироваться, перестраиваться, и когда он уже все сделал, он успокоился где-то тоже минут 30. Так. И в этот момент он начинает ориентироваться, если он правильно начинает формировать, что же мне нужно сделать завтра. Так. Этот человек должен на протяжении всего дня собрать информацию в гаджет, у кого есть записные в гаджете, да, у кого есть этот дневник, блокнот, и он в ходе целого дня прошлого собирает информацию и пишет ее, мне нужно сделать там вот это, вот это, вот это, вот это, по тем вопросам, запросам и поставленным задачам руководства для него в его работе. Он это все пишет, и он это все формирует. Ну, такий список must do, наприклад. Да. Повинен зробити. Для чего? Для того, чтобы ему было легче. Угу. Когда у нас есть все в голове, очень многие говорят, а я в своей жизни тоже так делал. Да я это запомнил, зачем мне напрягать, я буду развивать свой мозг, я буду расширять его. На самом деле круто, да. Но вы делаете сразу два дела. Вы в мозгу это держите и формируете это все на листочке. Угу. И когда вы вечером сядете, вы посмотрите, это будем черновик вашего сценария завтрашнего дня, угу. черновик. Так. И вы по нему уже так говорите, так, что в приоритете? В приоритете, естественно, это наши семьи. Угу. Это наша жена, дети, родители. Это в приоритете. Я рекомендую всегда ставить приоритет семьи. Посмотрели, так, что надо по семье сделать? Вот это, так. А работа? Работа – це вже второй момент. Тут просто, дивіться, яка ситуація виходить, що багато хто з людей ставить роботу саме на перший план. Сім'ю ставлять на другий, uh-huh. і виникає сімейна проблема. Типу, після роботи не вистачає часу на сім'ю, тому що далі продовжуєш роботу. Це виходить як розцінювати? Моя позиція, як спеціаліста, як психолога, для мене сім'я в пріоритеті. Так. Uh-huh. Тому що я говорив, один раз при свидетелях, что я буду любить этого человека и буду с ним до конца своих дней. И это мое решение, это моя позиция, независимо от того, что будет вокруг происходить. Если я это заявляю, значит, я уже заключил завет с человеком, с которым так. должен выполнять свою функциональную обязанность, и это нормально. Угу. Во-первых, я мужчина. Я не главенствующее лицо, угу. отец, муж и т.д. и т.п. Поэтому у меня в приоритете. Если я хочу, чтобы жена меня любила, почитала и уважала, то, естественно, я должен сеять семя действия, эмоций, слов, чувств в ее сторону положительно. И это должно касаться не только ее лично, а тех детей, там, родителей, которые нас окружают. Но это не говорит о том, что я должен забросить работу. Здесь надо быть мудрым и деликатно расставлять приоритеты и, конечно, ни в коем случае не говорить там, директор, ты иди броди, да, а я хочу общаться только так. с женой. Это некорректно будет по отношению, опять же, к mm-hmm. руководителю. Но не надо стесняться и бояться говорить родителю, директору, так. начальнику, руководителю о том, что вы извините, мне нужно решить вопрос, касающийся моей семьи, это очень важно. Когда вы будете так говорить mm-hmm. своим руководителям, своему начальнику, поверьте, начальник увидит вашу позицию, и стержень, mm-hmm. который у вас есть по так. отношению к семье. Семья – это ячейка общества, mm-hmm. а ячейка общества – это нация. Тобто, а нація – это страна. Виходить так, що якщо ми свій час приділяємо сім'ї, то і не боїмося про це сказати, виходить, що ми робимо і світ кращим, тому що і керівництво потім може задуматися, наприклад, ну, на вашому прикладі. Это образец. Угу, я зрозумів. Пане Олександр, хочеться от від вас такий попросити маленький майстер-клас. Хорошо. Давайте топ-3 або топ-5, що потрібно знати, аби правильно планувати свій час? Ну, перше, що потрібно знати, що кожному чоловіку потрібно в житті? Ціль. Тобто ми повинні визначитися з ціллю? Ціль. Так. Друге, чоловік має розуміти, яка його позиція в житті. Позиція в житті – це що? Ви маєте на увазі? Позиція, як він себе бачить в позиції в житті, в сім'ї і в обществі. Так. Если у него этой позиции нет, то надо задать вопрос. А он идет к цели, он ее достигнет. Что дальше? Ну, достиг, он залез на Эверест, начал летать на самолете, построил яхту, ну и так далее. Что дальше? Так, я зрозумів. Правильное позиционирование. Так. Так. И третье? И третье, начать это реализовывать. Угу. Идти. Может каждый декларировать о том, что я хочу, к примеру, бросить курить, пить, mm-hmm. употреблять наркотики, к примеру. Так. Я хочу стать классным, успешным, благополучным, искренним, любящим и добрым человеком. Это декларация. Но
Так что лучше, декларировать или же не декларировать? Конечно, декларировать — это уже путь, mm-hmm. да, путь. Так. Но если мы начинаем действие, а действие — это шаг, mm-hmm. очень порой в неизвестность. И когда человек делает шаг в неизвестность, не всегда он, знаете, как делает его с решением, твердостью, смелостью. Mm-hmm. Он всегда боится, потому что неизвестность — это страх, правильно? Так, но когда мы действуем и все-таки делаем этот шаг, с поддержкой наших окружающих, может быть, родственников, может быть, вас как друга, mm-hmm. Тех людей, которые вас окружают, а он знает, что он не один, и в вас уже верит. И этот шаг дает mm-hmm. ему успех. Так mm-hmm. устроен мир. Так, я зрозумів, пане Олександр. Я дуже вам дякую за те, що почали ранок у нашій компанії. Ну, вже плавненько переходимо в день. Друзі, важливо також розуміти у своєму житті, це час – це ви. І от ми цим інтерв'ю дали це чітко зрозуміти, тому виправляйте себе, будьте успішними, цінуйте свій час, цінуйте свою сім'ю, тих, хто вас оточує. Привіт, мене звати Макс Сербін, і я дуже сильно хочу, щоб ви стали успішним та підкорили цей світ. Все, що вам для цього потрібно – YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати приємний коментар і насолоджуватися матеріалом.